LTS Shopping Vlog, вторая часть. Сегодня я буду делать обзор на кухню Sylvanian Families. Давайте смотреть. В общем, ребята, я раскрыла весь этот набор Sylvanian Families, и я просто офигела. Насколько там проработана детализация, все вот это вот. Ребята, я просто офигела. Насколько тут детализация. Просто я, когда на меня посыпались все эти штуковины от Сильванки, я просто была в шоке. Давайте перейдем к обзору. Сначала я покажу вам коробку от Sylvanian Families. Вот она коробка, тут написано Dining Room Set. Если переводить, то это обедина, это обед, если я не ошибаюсь, на обедная комната, сет, что, ват, что. Тут нарисован зайчик или кто это, тут нарисована вся большая семья Family. Дальше тут есть наборы, этот набор у меня, походу, есть, да, он есть у меня, вот этот набор, это кухня с денег, обед оттуда, и вот этот набор тоже, вот три набора. С другого боку у нас тут тоже наборы, но у меня ни одного нету. Я очень хочу вот этот наборчик, классный. И тут также написано Sylvanian Family, зайчики и вот так, и фирма. Теперь к набору. В набор Sylvanian Family входил вот такой вот столик. На столике, тут на столике лежат две тарелочки, две чашечки, чайник с открывающейся крышечкой. Да. Также тут имеются два стула, что очень круто, мне нравится. Стол на ножке. Также здесь имеется столешница, то есть сервант, а также мойка. И, естественно, плита. Вот она, плита. На плите имеется кастрюля, плита открывается, и если мы ее откроем, мы там обнаружим. В набор входило также подносик с формочками для пирожков или печеньки, или что это. Походу, это пирожки, в общем, они вытаскиваются. И форма тоже вытаскивается, в общем, вот такие. Вот, в общем. Также здесь идет такая вот сервант или столешница. Здесь также в набор шла доска для резки, морковка, ножичек вот такой вот. Потом две баночки чая. И потом соль и перец шли. И вот такая вот, да. И также тут ящички вот такие вот. В ящичках находится... И в ящичках, блин, имеется... Я не могу его вытащить. В ящичке имеется вот такой вот арбузик резиновый. В общем, вот, тут все открывается, тут ящики тоже открываются, да. Морковочка, доска для резки, ножик, все это входило, блин, в набор, они все вот тут падают, это очень, не очень хорошо. Следующий идет, это мойка. Так, я в мойку положила ковшик, этот ковшик тоже идет в наборе, да, блин. В общем, он вот такой вот дырочки, а, кстати, забыла сказать, что тут есть вот такие вот дырочки и крючочки, наверное, вы не видите. Так вот, он сюда вцепляется. Также здесь есть такой вот краник. Вот тут тоже вот краник, он не поворачивается. Сюда надо было наклеить наклейки, но я не захотела, может, потом наклею. И, кстати, туда тоже надо было наклеить наклейки. Также здесь имеется вот эта вот баночка, на то, что было в наборе, я решила ее поставить сюда. Также имеется лопаточка. И да. Также открываются шкафчики. Вот. И в шкафчиках имеется сифон. Вы представляете себе сифон? А, какая детализация, я офигела. Также здесь есть вот такие вот ящички. Один здесь, один здесь. Но этот ящик зеленый я сама положила сюда. Это именно вот. Причем вот такая вот раковина. Также в набор входили вот эти наклейки. Вот эти наклейки, наверное, надо вот сюда. А эти надо сюда. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, покупайте Sylvanian Families. Люблю, всем пока! Пожалуйста, простите за некачественную съемку, я вас прошу, этого больше никогда не повторится.